Скажите, пожалуйста, чем можно помазать укусы блох от котов на ногах? И может желательно что-то пропить. Попейте полынь. Если человек принимает спиртовую настойку полыни, то блохи его перестают кусать. Также настойкой полыни спиртовой можно посмазывать, этого тоже не будет. Не можете найти или купить спиртовую настойку полыни, можете приобрести мой препарат, который называется горечи дуйко, амарум. И попринимать их, и ими же посмазывать, ну и перестанут вас кусать. Также можно попринимать лимонный сок в большом количестве или уксус. Это тоже приведет к тому, что вообще укусы от блох и котов можно убрать, если просто ноги смачивать ромашкой крепко заваренной. Также возьмите ромашку и рассыпьте на ковер там или еще куда-то, где у вас есть вот эти блохи. Ромашка уберет. Также настоем ромашки повыкупывайте ваших любимых животных. Зачем вы доводите их к тому, что у них появляются блохи? Полечите их. Сейчас ошейники продаются. Не мучайте животинку, они же ни в чем не виноваты. Нужно, мы должны заботиться о тем, кто с нами живут. Они же, знаете, как надеются на то, что вы будете о них заботиться. Вот вы же умнее, заботьтесь. Не только играться, а еще и думать о них нужно. Мы в ответственности за тех, кого природа.